О, нет, бабка здесь зашла. А, убила меня. Вонючая. Вонючий случай. А, все, убила. Да, что ты будешь делать? Ладно, я знаю, где ключ лежит. Всем привет, ребята. Вы на канале Duda Play. И мы продолжаем играть в игру в бабку Гренни. Грэндма Гренни. И у нас первый день. Первый день. А, пошлите тогда. Так. Давайте сразу откроем здесь дверь. Пусть она будет открыта. Идем на второй этаж. Кто там есть? Интересно, кто-нибудь. О, дед идет, дед. Да, дед идет. Это плохо. Давайте спустимся вниз. А, у нас тут ничего интересного нету внизу. Спрячемся здесь за ящиками. Подождем. Я надеюсь, сюда дед не зайдет. Хотя может. Сейчас посмотрим. Так, не зашел ли он сюда? Так, здесь никого нету. Теперь бабка идет, а елки-палки, а? Бабка. Гренни. Так, ладно, прячемся сюда. Будем ждать. Надеюсь, она меня здесь не заметит. Эх, сейчас. Подождем. Так, ну все, я думаю, можно выползать. Не, нет никого. Сейчас посмотрим. Пошли наверх. А, гадина, она установила ловушку. Ага. Ах, ты ё-моё. Давайте быстрее. Открываем ловушку. Ох, успела меня щелкнула. Ёлки-палки. Она меня нашла. Так, день два, день второй. Ну, понятно, понятно, что она там меня щелкает. Все, идем. Бабулька нас щелкнула. Так, нету здесь никого, да? Так, она вниз не пошла. Идем. Надеюсь, здесь ее не будет. Да, никого здесь нету. Поэтому давайте быстренько-быстренько пойдем. Сюда. Ага, у меня этой пушки здесь нету. Слушай, бывает, что здесь пушка лежит. Но пушки здесь нету, к сожалению. А, электрошокера нету. Что же делать? Да. Так, и здесь у нас вода, здесь кракен живет. Так, что ж, и здесь пусто, ничего нету. Ладно, идем дальше. Закроем здесь. А, здесь сейчас проверим бачок, а бачок не проверяется, да? Так, возьмем газолин. А, бабка идет. Так, ага, здесь открыто. Здесь. Сейчас посмотрим, что-нибудь, может, лежит. Да, ключ.
Ключ здесь есть. Так, бросаем. Здесь проверяем, берем. Мне надо взять ключик. О, зачем я его выбросил? О, нет, бабка здесь зашла. А, убила меня. Охо-хо-хо-хо. День третий. Все, встаем. Так, это что здесь такое было? Сейчас попробуем зайти, забрать вещи. Так, они у меня вот здесь лежат. Берем ключик. Идем отсюда. О, дед идет. Ё-моё. Дед идет. Ладно, мы здесь прячемся. Так, а ключик не отсюда. Да-да-да-да-да-да-да. Так, ладно. Там дед, наверное, ушел уже. Сейчас посмотрим. Вот он стоит, дед. Так, он там что-то замер. Ладно. Не будем. Так, а вон бабка. Стоит, идет. Так, куда-то она ушла. Все, идем, спускаемся сюда. Не помню, этот ключ здесь отсюда или нет. Сейчас проверим. Да, отсюда. Ага, все, открутили мы. В принципе, больше ключ этот не потребуется. Ладно, сейчас зайдем, посмотрим. Бабуля, да, идет? Она идет ко мне. Слушай, бабка вонючая. Бабулька! Бабулька! Тыщ, на тебе. Щелкнула все-таки на меня. Но когда я сидела, она не могла меня щелкнуть. Ладно. Ой. Так, что же делать? Что же делать-то, а? Что делать дальше, интересно? Что делать дальше? Сейчас посмотрим. Так, идем, ковыляем. Никого нету, да, здесь? Так, посмотрим, ящики пустые. Так, а здесь ничего интересного нету, да? Так. Тут тоже все пусто. Тут тоже все пусто. И тут пусто. Можно еще вот здесь посмотреть. О, ключ. Мы нашли ключ. О-о-о-о-о-о-о. Убегаем. Уходим. Главное, ключик есть у нас. Так, а тут кто у нас? О-о-о-о-о-о, таракан, таракан нафиг. А, он дальше не идет, да? О, бабка вонючая. Вонючий случай. А, все, убила. Да, что ты будешь делать? Ладно, я знаю, где ключ лежит. О, последний день, пятый. Ага, пятый день. Ох, ладненько, идем. Хромаю. Так, никого здесь нету. Давайте посмотрим, откроем здесь пусто.
Да что ты будешь делать? Все время пусто. Тут ничего нету. Абсолютно ничего. Ага. Да ё-моё, нашла меня бабулька. Она наверху везде ходит. Да, где это я очутился? А, возле этого кракена мясо. И что дальше? А, таракан меня съел. Ну, мы попытались, ребята, мы попытались ее пройти. Ну что ж, не получилось, но ничего страшного. Будем пробовать еще раз, и еще раз, и еще раз. И когда-нибудь мы их пройдем, этих бабушек с дедушек. Вы, если что, мне напишите в комментарии, что первое нужно сделать, чтобы быстренько это пройти все. Ну, а я с вами прощаюсь, ну, до следующего ролика. Всем пока-пока.